сейчас, когда я читаю в некоторых статьях, заметках, постах в Фейсбуке слова вроде «война не прекращается, потому что стороны не могут сесть за стол переговоров», мне становится немножко смешно и очень обидно за украинцев, потому что авторы таких слов, вольно или невольно, возлагают часть ответственности за продолжение кровопролития на украинскую сторону, как будто бы вот есть такие нехорошие украинцы, которые, понимаешь, капризные какие, не хотят садиться за стол переговоров и вести переговоры. О чем? О каких переговорах может идти речь? Только о переговорах после того, как территории будут освобождены. Варианта два. Или Путин оттуда сам уберется с этих территорий, ну или украинская армия их оттуда выбьет.